Вот они, облака под ногами. К сожалению, а может и к счастью, я здесь не один. Вот здесь группа индонезийских студентов, которые тоже пришли покорять вулкан. А вон там кратер. Сейчас мы его увидим. Кратер, который... Откуда парит? Ну, не валит, а так слегка парит. Потом я сфотографирую поближе. Это другая планета. Вы читали марсианские хроники? Вот, наслаждайтесь. Это и есть Марс. Рассказы Рэя Брэдбери.